Душа связана с тем, что я участник проекта CBSD. И мы пишем некую дружелюбную по отношению к пользователю, конечно, оберточку над Zen, Beehive и Jellami. Живая миграция Beehive – это наработка, сделана людьми в Будапештском университете, политехнический университет, если не ошибаюсь, несколькими версиями ранее в CBSD. Был реализован функционал чекпоинтов. В принципе, эта работа живой миграции, она базируется отчасти на этих наработках и делается теми же самыми людьми. На сайте проекта, на страничке, посвященном чекпоинтам, есть ссылочка, где есть достаточно молчаливая демонстрация работы чекпоинтов. И в этой ссылке есть ссылки на репозиторий с исходным кодом. Это, насколько я помню, да, Beehive Migration называется проект, бранч. Там же вы можете увидеть ссылочку на доклад на AsiaCon от Марии Михалевски. Надеюсь, правильно сказал имя. Посмотрите, очень интересный доклад. Можно много чего подчеркнуть. Ну, наша демонстрация будет проходить на сервере, где данный бранч уже получен и собран. Более того, в CBSD уже какая-то начальная поддержка миграции есть. У нас есть два сервера. Здесь у меня разделено на два экрана. DC1 сервер и DC2. На каждый из них установлено FreeBSD, соответствующий бранч. Также надо сказать, что сервера должны быть одинаковые по конфигурации, поскольку в Beehive сейчас нету возможности выравниваний процессоров CPU-ID. Соответственно, чтобы полноценная виртуальная машина переехала, вам необходимо соблюсти некоторые ограничения по железу. Давайте сравним на всякий случай. Сервера у нас под управлением Dell. И процессор 12-ядерный ксеончик. Небольшая ремарка, небольшая и важная. Для того, чтобы живая миграция работала, нам необходим shared storage между серверами. То есть установить на один сервер на файловой системе UFS или ZFS одну инсталляцию и таким же образом сделать стендалон инсталляцию на второй ноде, в этом случае вы перенести виртуальную машину не сможете. Нам необходима файловая система, которая расшарит образ жесткого диска между двумя хостерами. То есть это могут быть GlusterFS, это может быть CF, который также во FreeBSD должен уже работать, насколько я помню. Я выбрал самый легкий вариант, это NFS. Вот одна из отличительных особенностей CBSD от других врапперов заключается в том, что она не приколочена к файловой системе ZFS. То есть есть определенная настройка, которая регулирует поведение, специфичное для файловых систем. Она выключается через nitenv. Хорошо, приступим. Так, на второй машине у нас ничего нету, кроме какого-то захудалого контейнера. На первой машине у нас есть виртуальная машина Beehive FreeBSD.
Сейчас она остановлена. Поскольку у меня нету прямого доступа на сервера, я не могу обратиться на, допустим, напрямую на VNC, то мы будем делать проброс. Проброс 5900 порта сервера DC2. Он будет у нас биндиться на 5901. Биндится на моей локальной машине, чтобы я мог иметь туда доступ. Соответственно, если я обращусь на 5901 порт, я попаду автоматически на 5900 второго сервера DC2. Таким же образом я пробрасываю порт на первую машину. С разницей лишь, что здесь я беру такой же порт, который Destination. Хорошо. Для того, чтобы воспользоваться миграцией, мне нужно добавить ноды в кластер. CBSD работает с удаленными нодами не через рута, а от пользователя CBSD в связи с вопросами по безопасности. То есть выполняем процедуру добавления нод. DC2 нода у нас называется. Пароль, который я ввожу, это пароль на пользователя CBSD. Естественно, он должен быть сложный. После этой команды мы видим, что нода 2 к нам добавлена. То же самое я делаю на второй ноде. Ноде на DC1. Пароль. Все, ноды у нас, можно сказать, синхронизированы. Заметное отличие в выводе команд и в работе CBSD после добавления нод в кластер заключается в том, что по GLS или BLS вы теперь видите колонку node name. Соответственно, я вижу как локальную ноду. Вот это моя система, так и удаленную. Более того, я просто продемонстрирую это на GL-ах, но все это характерно и для Beehive. Более того, я могу управлять с одной машины контейнерами состоянием на другой машине. То есть я, будучи на DC1, могу стартовать контейнер, находящийся на DC2. Погнали. Все, контейнер с первой ноды запустился. Вот у него статус зелененький. Окей. Продолжим. Запускаем нашу виртуальную машину. Она биндит VNC-порт на 5900, соответственно, предлагаю туда сходить. И дабы убедиться, что живая миграция у нас совсем живая, мы запустим какой-нибудь процесс и будем по нему ориентироваться, была ли перезагрузка сервера при миграции или все-таки все прошло гладко. Без прерывания аптайма. Сервера находятся далеко от меня, поэтому достаточно серьезно здесь проявляется лаг. Открывается не очень быстро. Итак, вот. Я нахожусь в гвосте. Вполне себе рабочее окружение. Давайте запустим какую-нибудь команду, например, iostat с параметром 2. 2 это частота рефреша, обновления информации. В таком состоянии она условно бесконечная, то есть пока мы ее не прервем, не убьем, она будет работать.
По-хорошему, мы ее и должны застать после процесса миграции. Оставляем ее в таком состоянии, пускай работает. Итак, что мы видим со стороны хостера DC1? Здесь у нас есть процесс Beehive. На второй системе мы видим запущенный Beehive, но мы видим, что это чужая виртуальная машина DC1. Чтобы убедиться в этом, что сейчас у нас ничего не запущено, давайте проверим по списку процессов Beehive. Beehive нету. Мы готовы. Итак, да, процесс идет. Для миграции я написал скриптик bmigrate, который принимает два аргумента. Это, собственно, имя домена, на котором будем выполнять действие, и destination нода. Давайте. То, что просит скриптик, то мы ей дадим. Gname FreeBSD. Ноды Олег DC2. Так я уже. Так. А, ну все правильно. Надо. У нас полное имя пишется немножко длиннее. Как я уже говорил, для того, чтобы миграция прошла успешно, необходимо соблюсти энное количество требований. Одно из них — это shard файловая система. Когда мы запускаем bmigrate, он делает предварительную проверку на совместимость. Отмотаем. Здесь происходит сверка версий, что CBSD-версии одинаковые на хостах. Или, по крайней мере, одна версия, она не сильно далека от соседней, чтобы миграция прошла успешно. Должна быть какая-то совместимость. Здесь проверяется, что JLS Data RCConf System каталоги, они общие. Если бы они были не общие, здесь бы окей не было у нас. И какая-то сводная статистика. Что куда переедет и зачем. Зачем это понятно? Потому что надо. Эту команду можно запускать не интерактивно через аргумент inter равен 0, как и для всех остальных команд. Соглашаемся с тем, что мы готовы к переезду, и переезжаем. В данный момент по факту выполняются лишь две команды. Первая из них — запускается процесс Beehive с параметром по приему виртуальной машины source. Это через ключик R большое. И вторая команда запускает непосредственно команду migrate. Так, вот у нас VNC порвался. Либо машина упала, либо она переехала. Давайте обратимся на 5901. Что мы там видим? Мы видим такую картину. Аэростат до сих пор работает, и более того, она даже отзывается. Прервем процесс. Uptime. Да, это та же самая машина. Можете не сомневаться. На всякий случай, давайте проверим, есть ли здесь процесс у нас Beehive. Он здесь был. Теперь его нету. На второй машине DC2. Повторяем команду. Beehive есть. В целом, небольшие выводы. Живая миграция вполне себе уже светится на горизонте. Пока что в апстриме ее нету. Но появление кода в базе FreeBSD, оно также зависит от вас. Чем больше вы будете тестировать и отправлять фидбэка разработчикам, тем больше шансов, что в каком-то виде миграция появится скоро в нашей любимой операционной системе. Вот. Еще раз хочу сказать всем спасибо за функционал, который отвечает за миграцию, опять же. Вы можете слать благодарность и спасибо по определенному адресу в Будапешт, Политехнический университет. В частности,
С Еленой мы переписываемся достаточно активно по найденным проблемам. И разработчик совершенно адекватный, реагирует на какие-то ремарки, исправляет, отвечает. Поэтому работать с такими людьми – большое удовольствие. Со своей стороны могу обещать, что в следующей версии CBSD живую миграцию мы увидим. Но, естественно, она будет работать только если вы запускаете CBSD на правильном окружении. Все, всем спасибо.